На берегу Ангары, среди вековой тайги, растут корпуса Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. Он строится общими силами стран-членов СЭФ – Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии. Его продукция пойдет из Усть-Илимска на предприятия Советского Союза и в братские страны социализма. Опытная пусковая. Такая маркировка ставится сейчас на целлюлозу, которая сходит с конвейера. При Ангарии входит в строй действующих новый комплекс по производству 250 тысяч тонн целлюлозы в год.